душе моя, восстани, что спиши. Вспомни, душа моя, что суд без милосердия и огонь неугасимый ждут нас. Вспомни об этом, возьми с собою добрые дела в дар судье. Пробудись, бедная душа моя, размысли об исходе твоем. Приведи себе на память час переселения твоего и затрепещи перед тем страшным часом, в который должна ты будешь дать отчет судье. По образу Творца твоего сотворена ты. Его подобие и его образ отпечатаны в тебе. Берегись же запятнать Божий образ и подвергну себя осуждению царя, которого образ поругала ты. Избери себе делание правды, этот полезный для тебя труд. Воспользуйся сею скоротечной жизнью и имей непрестанно перед глазами тот страх и ужас, какой ожидает тебя в день испытания. Когда придешь ты, Господи наш, судить целый мир перед Твоим страшным для видящих Его престолом, помилуй нас в день тот и поставь одесную себя. Проси, грешник, щедроту Бога, чтобы в день праведного суда простил Он тебе долги Твои, как грешнице в дому Симоновом. Приди, грешник, ищи прибежище в покаянии. Принеси Господу молитву, подобно жителям покаявшейся Ниневии, чтобы простил Он тебе беззакония Твои, как уверовавшему в Него разбойнику».